Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, dari teman-teman ada nggak sih HP kalian yang di rumah itu nggak pernah dipakai? Ya pasti kalian bingung bakal jual di mana kan? Nah, aku kasih solusinya nih. Di Tokopedia, sekarang sudah ada fitur baru namanya Langsung Laku. Jadi di fiturnya ini, kalian bisa jual HP kalian dalam kondisi apapun. Kalian jualnya nggak perlu lagi ke toko-toko lain gitu kan. Kalian bisa langsung jual itu di Tokopedia. Langsung laku guys, dalam kondisi apapun. Nah, ini aku udah ada HP-ku yang ini, ya versi lama SMA, sombong banget. Karena HP-ku yang baru, jadi ini aku bakal jual. Mumpung nggak ada fitur terbaru nih. Kalau kalian pingin tahu detailnya, langsung aja klik linknya di deskripsi atau aku sudah pin komennya di bawah untuk kalian klik situsnya. Kok situsnya sih? Fiturnya. Oke, sip! Jadi ini baru ya? Wow. Mi pai dom sudah. You got that my this book? Da, a table. Da. Yes, yeah, sure about this. Da? Wow, crazy. Is your remote da? Remote. Kembali lagi bersama Tropa Tena di channel Tropa Tena. Sekarang kita bersama Idris lagi. Hello. Udah terima saya sini, di mana video sta boy? Deh. Ya. Ah, sebenarnya music pastabel pastabel is my video, nasa video. Na YouTube. Уже поставил? А, нет, просто часов. No. Да. Потом поставил. Скоро, 30 минут, через 30 минут. Через 30. Ya, jadi kita lagi jalan-jalan, biasa malam Minggu. Subuh paguliem. Tomo sta Maya Debuska da Bali. Onivonia tu Debuska. А как дела тебе? У меня нормально, хорошо, отлично. Отлично, да? Учёба как? Про учёбу сразу? Да, да. Ну, учёба... Вот так себе. Потому что на защите будет на следующей неделе, не на этой неделе. Ага. Да. У меня нормально пока что. Скоро каникулы будут. Скоро каникулы? То. 26-го? 26 октября. Ой! Jadi kita jalan ke sana dulu ya. Paranormal experience, nice paranormal experience. Нет. Paranormal experience это типа ты что-то призрак, ты думаешь там есть призрак. Да, да, paranormal experience. А, paranormal. Paranormal experience, да. Паранормальное явление. А, паранормальное явление? Да. Знаешь, в Индонезии 6 часов уже закат уже. Всё. Всё, да? Да. А здесь? Почему? Ты знаешь почему? Нет. Я тоже не знаю. А, почему в Индонезии? Нет, почему здесь более, ну... Апа сдали солнце. А, потому что земля крутится вокруг солнца. Ой, ты молодец. Да. Солнце находится там, где солнце попадает. Летом, допустим, оно вот на солнце получается. Ага. А зимой оно чуть-чуть уходит от солнца, и получается солнце меньше попадает. Да, а зима? Зимой раньше. Раньше, да. Это в 5 часов зимой прям. Да. Летом прям в 9, в 10 только. Ты какой молодец. А тебе все нормально, почему каникулы? Потому что каникулы. Не, не, у нас получается в классе. Не, какого числа примерно? 26. 26 октября? Октября. Октября? О май гад. Получается, мы учимся весенний, осенний, летний и зимний каникулы. В школе, ну, там в институте уже чуть-чуть по-другому. Окей, да? Окей. Слишком умный мозг. Взорвется. Сейчас, получается, на неделю там будет. Ага. Потом, получается, до Нового года учимся, потом в Новом году. Будет недели две отдых. А у вас экзамен сколько? А экзамен за год? У нас в 9 классе сдают ага. экзамен, в 4 и в 11. Ага. Ну в 9 сдают общий, это обязательно. Для обязательно. Всех. Дэн, это ну у нас есть получается два экзамена каждый семестр. Вот. У вас такое или как? У нас же школа получается, у нас контрольные. А контрольные? Контрольные работы. А типа да. после контрольной это автомат да, сразу? Вот, и потом оценку ставят. Ага. Вот. Получается, тут два семестра у нас. Ага. Первый семестр и второй семестр. А потом оценки складывают и делят на количество. То есть, если у меня 4-3, то у меня будет 3,5, как бы. И мне надо будет исправлять оценку, чтобы 4 вышло. А, то есть это, конечно, это будет 2 контрольные, да? Да, типа, да, 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 да. Да, за каждый семестр, и потом объединяется. Правильно? Объединяется. Да, вот здесь сама. Каждый семестр в конце получится контрольный и оценки. А у вас контрольные когда будут? Контрольные? Да у нас уже вот... На следующей неделе уже. На следующей неделе? Да. Окей, jadi kita jalan-jalan ke sini aja. Сейчас. Вау.
kelas. Nah, wow, Krasavchik. Jadi kita ke sana ya. Wow, keren Krasavchik. It's my home. Udah? Shoot kan. Buat menteri. Wow, semua foto-fotoan. Cross sea voucher. This bill? Ya, bill. Menurut gue. Блин. Аэродром, что ли? Ничего себе. Не знаю. Что, получается вниз? А что там? Или как? Вниз? Да. Холодно будет? Да. Да. Ну, челлендж. Давай просто туда. Просто туда, не сразу. О, там вон вниз еще летит. Что там? Ну, еще один. Самолет. Ya, jadi kita bokal-bokal ke bawah sama si Idris. Kayak di Holland atau da mi pajom damoy. Jadi tempatnya ini benar-benar mirip banget sama kayak sejenis pochinki ya. Ya, yeah, kayak gitu. Jadi pochinki, it's nice pochinki. Da. It's nice. Ya, hacel bi to da da ketemu sta over Indonesia menoga igrait PUBG. Nice PUBG. PUBG da. What? PUBG. Да, вот это там есть починки местные называются. А здесь есть такое? Есть. Серьезно? Да. Да, есть. Честно? Да. Да? Честно. Именно починки здесь? Именно? Да. Давай покажи. Где это? Близко или как? Близко, да. Можем пойти. Давай после этого, окей? Да, можем после этого. Окей, okay, jadi abis ini kita bakal ke починки bersama Idris. Yay! Wuху! Починки, да? Да, мы пойдем починки. Oke, kita sudah sampai. Wow, kelas nah. Wah, sudah mau. Udah. Вон человек tadi. Ой. Вон там, вон люди. А что там, что-то жарит? А, рыба? Шашлык, да? Ini hot, nah, наверное. Ух ты. Wow, keren banget, anjir. Hah? Coba? Skateboard, kas kasar по-русски? Numer. Ujas. Jadi kita mulai sini ya, masih jauh dari sana. Ya galot nih tosnya. Oke, jadi kita bikin time lapse sini ya, time lapse. Time lapse. Time lapse ya, itu sini. Time lapse. Time lapse. Time lapse sih. Tim ti t i m e l a m f t h. Oke, gitu aja lah. Sekolah gradus sosifutnya. Oke, okay, sekarang kita lihat. Ada planet sama вот этих. А, да. Dingin banget. Градус of seawater-nya. Nih, наверное, плюс 7. Плюс 7. Ini холодно, всё нормально. Coba пойдём починки. Починки. 1 2 3 4. Что так быстро? Jadi ini kedinginan ya, Kak. GoPro-ku kedinginan plus 7 уже холодно. А как -23? Eh, jadi kita setelah ini mi pajom bo pochinki. Pravila? Iya, yeah, pochinki. Oh ya, jadi kita habis ini ke pochinki ya bersama Idris. Cus pajom. Oh, apas nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Mulai. Ah. Udah gak kuat anjir. Pakat ini stari, ya usah stari. Ya usah stari. Dah niat, kita sudah sudah normal. Bye bye, bye bye. Goodbye. Goodbye. Gue yang kasih ya. Wow, gorot kasih ya. Pochinki is nacala. Pochinki. Pochinki pakat nacala. Dah. Gede mina pochinki. Entam. Ah, oke. Okay. Ini 36 штук.
Вот это починки. Это пончики. Я сказал пончики, где именно в Томске. Это правильно. А что ты обманул меня? Я не обманул. Давай попробуем. Это вкуснее, чем другие. Вкусно, спасибо. Это пончики. Не починки. Спасибо. Ну, на самом деле, ты обманул меня. Ну, из-за того, что это вкусно, тогда все правильно. Dia 40 menit datang ke aku cuma buat bohongin doang. Ini pochinki. 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 Perbedaan dua. А pochinki это что? Село в России, город. Блин, мне надо вот это. Клей момент. Давай говори громко. Ты мой заказ. Видел, да, там я хочу взять. Перелезают, да, и туда заходят. Ага. Может, контент сделаем? А что контент? Ну, я возьму, перелезу, начну там брать все. И потом полиция подойдет к тебе. А тебе русский нормально? А ты живешь в опции, а? Я убегу, да, я вау. А, тебе нравится Coca-Cola, да? Поэтому два, надо напиться. Понятно. Enggak, ini salah beli, Cok. Buat pochinki. Pochinki. Buka pochinki. Tipu-tipu Anda? Enggak, enggak pun. Om swastiastu. Hah? Om. Om. Swast. Swast. Tias. Tias. Tu. Tu. Om swastiastu tu. Я не знал, так что. Ну, Дилен, знаешь, ты типа слышал? Типа, пончики, пончики это такой же. Диленас. Диленас Франция. Франция, когда первый раз. А сейчас уже знаю, что какая разница. Jadi buat teman-teman harus dibedain ya, oke? Okay? Знаешь, почему я так делаю видео? Как? Ну, потому что там индонезийские всегда спрашивали, что это русские именно. Где починки? Где починки? Типа, вы не знаете, это починки, где находится, да? А вы думали то, что это пончики, именно вот это, понимаешь, да? Да, да, а пончики, да, да. Пончики в Индонезии известны из-за того, что PUBG. PUBG. Да, PUBG. Именно место пончики называется. Пончики, вот. Terima kasih sudah nonton vlognya. Спасибо. Dan jangan lupa подписаться на Idris. Om. Santi. 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 Om. Santi. Om. Santi. 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 Santi.